Привет всем, друзья! Вот и дождались очередную серию про нашего милого, красивого, хорошего котенка. Котенок Кузя занял в нашей жизни самое прекрасное место. Мы для него стали папой и мамой. Он украл наши сердца. Кукленок такой замурчательный. Животные дарят радость и покой в душе. Без них наша жизнь была бы неполная. Нет ни одного человека, который не испытывал чувства умиления, глядя на какую-нибудь зверушку. Прихожу на кухню, а здесь такая картина. Чувачок снизу, а Кузя сверху занял место. Жена подготовила вот такую стеклянную посудину, укрытый полотенчиком. Недолго оно это сидело, пустовало. Кузичка занял гнездышко. Кузя, ты же у нас сумчатый, а не гнездовый. Чудесный малыш. Чтобы понятнее было, это как-то вот так. Узенько. Так это ж не спальня. Чувачок непреклонен. Думает, вот сейчас папа уйдет, я уж тебе покажу, где раки зимуют. Папа знает, что чувачок воспитанный котик и не тронет Кузю. В магазин сходили, купили лазерную указку для котят. Так светит лазером. Так вот белым светом. Сейчас поиграем с Кузей. Я уже, в принципе, пробовал. Сейчас еще. На самый верх. Кузя в восторге от лазерной указки. У чувачка батарейки закончились, прилег подзарядить. Кузенька лапочка, он все хочет познать. У него энергии через край. Вот такой он воспитанный и скромный мальчик. На этого домовенка можно смотреть бесконечно, как на текущую воду или горящий огонь. Удивительный котенок, пушистое маленькое чудо, озорной шалунишка, прелестный Кузя. Кузя чудо пухнатое, мохнатый ангелочек, счастье в доме. Какой классный шкодливый котенок, игрушечный и постоянно при нас, папин и мамин, сынуля. У нас поселилось живое счастье. Чувачок решил навести марафет, немного личико замурчательно помыть. Эти маленькие пушистики умеют завоевать сердце полностью, и ты потом понимаешь, как жил без этих милашек. Чувачок очень плюшевый и очень красивый котик. Кузя от чувачка не отходит, охраняет, чтобы он от него не убежал. Кузенька, мы сейчас тебе домик личный сделаем. Сейчас вырежу тебе здесь дверку таким ножичком.
как бы сделать. Кружочек или квадратик. Ладно, попробую квадратик. Небольшой. Теперь принес скотч. Скотчем я заклею крышу ему. Ножичком обрежу. Вот такой домик будет. Посмотрим, как он в нем жить будет. Поставлю здесь и понаблюдаю. Кузя увидел домик свой. Принес старую футболку. Сейчас я ему там постелю, чтобы ему было покомфортней. Пусть у него тоже свой домик будет. Кузя, иди. Иди к себе в домик. Посмотри, как там здорово. Я тебе жилищные условия создаю. Вот постелил мягенько, теперь ему там. Теперь ему интересно, что там такое. Благоустраивает доступное жилье. Кузя там порядок наводит, благоустройство делает. Кузя начинает обживать свой домик. Ты неправильно здесь постелил. Сейчас я постелю как надо. Сейчас я проверю. Евроремонта нету, ничего нету. Европакеты не поставили. Ванна, душ, туалета нету. И двери нету. Ничего нету. Пожмотились поставить все мне. Это называется «сделай сам». Электричество даже не провели. Темно, как у бобра в норке. Проверяет на прочность зубиком. А это что такое здесь завелось красное? Сейчас я поймаю, покажу Кузькину маму, почему здесь оно находится без моего ведома. Кузя очень ловкий и энергичный. Из него заряд энергии так и плещет. С его ловкими спортивными способностями можно выступать в любой сборной спортивной команде. У него очень цепкие лапки, и он без труда может подняться в любую точку дома. Временами он умеет летать. Много из подписчиков, людей написали, чтобы я вот эту перекладину срезал. Сейчас я срежу, чтобы она не мешалась, чтобы наш котик ходил хорошо в туалет. Теперь она нам больше не нужна. Вход у него хороший. Посмотрим, как он пойдет. Пошел в туалет уже без этой перекладины. По привычке голова вытащена у него сюда. Но я думаю, он обвыкнется. На улице мороз, чувачок гуляет. Кузя в тепле.
Кузя, ты чувачка намываешь? В гости ждешь? Соскучился. Подняли наверх, убрали пока. Он взял, залез вовнутрь. Ну, Кузенький, домик здесь хороший какой. Вот ему теперь игрушка какая новая. Да, ты там и благоустраивай. Кузя красавец, хозяйственный. Кузя атлетического телосложения стал, с легкостью двигает мебель. Очень игривый, красивый котенок. Это чудо. Кузя хочет задом подняться на коробку. Он понял то, что задом не получится, а передом удобней. Кузенька, дай я тебя поверну, чтобы тебе удобнее было. Зазеркальный ты наш пацан. Кузя спать один не будет, он настрадался, вот и не верит до конца в свою сказку. А так спит с нами и слышит наше дыхание, ощущает наше присутствие, и ему хорошо и спокойно. Спи, наш милый котенок, не дадим мы тебя никому в обиду. Не обидим и не бросим. Хочу выразить большую сердечную благодарность тем добрым людям, которые содействуют в помощи брошенным животным. Обнимаю, к сердцу прижимаю вас, добрые люди. Желаю счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть в вашем доме полная чаша будет счастья. Мы с Кузей вас очень сильно любим и ждем на наших роликах снова и снова. Хотел еще поблагодарить тех добрых людей, которые оставляют добрые комментарии, делятся в соцсетях нашими роликами и ставят лайки. Мы вас всех очень-очень сильно любим. Друзья, кому наш сериал очень сильно нравится, обязательно оцените лайком. Те, кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь. Впереди ждет очень-очень много интересного. Всем удачи. Пока.